Привет, друзья! Вместо того, чтобы сотрудничать и улучшать мир и внутри, и вокруг себя, и создавать гармонию и здоровье внутриличностных отношений и в своем собственном здоровье, и раскрывать свои уникальные творческие возможности, потому что каждый из нас творец, но в каждом из нас есть нечто уникальное, неповторимое, который никто никогда заменить не может. А вместо этого всего мир таков, какой он есть. Почему? Потому что у меня есть метафора образная. Учтите, это образ. Курочки яйца вынашивают. Ну, там температуру нужна, стабильность нужна, защищенность нужна, безопасность нужна. А мужики – петухи. Они между собой, ну, понятно, дерутся. Сколько раз я обращался к выдающимся личностям, которые создали что-то, за которыми стоит что-то проверенное, достоверное, полезное. Давайте выйдем на мозговой штурм и поможем человечеству. Но очень мало людей. Петухов-то и курочек много, а людей-то мало. Боятся потерять свою первичность там или то, что его место под солнцем займет кто-то другой. Страх-то оказывается. Вот оно в чем дело. Но миром управляет не страх, деньги или оружие, а миропонимание. Поэтому я думаю, посмотрев этот ролик, кое-кто и задумается, почему он в прошлый раз, когда я ему писал письмо, давай сделаем совместный мозговой штурм, поможем людям и себе, поможем и детям, и внукам, поможем человечеству, отказывались. Ну, у меня друг Виссарион, мастер трус, не отказался, потому что он мужественный человек. У меня там есть несколько человек, и мужчин, и женщин, которые не отказались. Я хочу вас с ними знакомить. Но завтра у нас вебинар, поэтому под роликом, во-первых, смотрите описание под роликом, во-вторых, коммент под роликом прикрепленный, чтобы каждый мог приобрести его и поучаствовать. Там будет уникальный контент. До встречи.